Привет, привет, парнишка! Пошли, пошли за мной, пошли! Сейчас тебе что-то покажу, мой друг. Ой, аккуратненько, аккуратненько. Оп! На улице холодно, наверное, да? Вот, посмотри, посмотри, какая красота. Ван Хален, Ван Хален, хоть где-то Ван Хален. А это кто, знаешь, бородач? Который уже, конечно, ушел, но он еще хорош. И я сейчас не про Леми. Тут у нас Хэтфилд, целых два Хэтфилда, потому что, ну, Металлика все-таки дофига известная группа, поэтому надо было два Хэтфилда. Так интересней. Стив Харрис, Оззи и вот этот чувак, который типа придумал козу, хотя он может поспорить с Джоном Симмонсом за кис, конечно, но это не важно. А здесь у нас что? JBL! Такие тяжелые, что я даже их не сдвину. А если я не сдвину, то всякие корщики тоже не сдвинут. Но, конечно, они уж сдвинуты, поэтому какая разница. Сцена. Джеймс Хэтфилд. Зак Уайлд. Ну куда еще? Ну вот как по-другому? Как по-другому, да? Гранж. Ну вот на вот это не смотри, но все остальное вот очень круто. Вот очень круто. Джаз. Тоже вот кроме Синатры. Синатру вот джазисты не любят, я знаю. Но, понимаешь, вот такой из-за стены выглядывает, типа, а, привет, я даже тут есть. Вот. Туда у нас мы не будем показывать, а здесь будет барная стойка. Здесь будет барная стойка, чувак, посмотри, ты знаешь, кто это? Вот если знаешь, то потом мне расскажешь, а я не скажу тебе. Тут все понятно, в принципе, пока ничего нечего показывать, хотя, подожди. Однажды я, короче, был на концерте Megadeth, так себе был концертик, но подписчик подарил мне крутое пиво, на которое я снял обзор, но еще не выложил его, потому что... Я там очень в говно, короче, да. А это односолодовый виски. Его уже там нет, я его очень люблю. Вот, короче, такая история. Иди сюда, иди сюда. Собственно, 180 посадочных мест. Красные диваны. Объемный звук. Звукоизолированные потолки. Мониторы английские. Английский звук Marshall. Американский звук Mesa. Даже бас Mesa. Но, конечно, не знаю. Надо еще пару кабинетов поставить сюда, чтобы басисту совсем было хорошо. Хотя, не знаю, по мне так басисту хорошо всегда. Ведь он важный член группы. Ну, собственно, вот и все. А если тебе понравилось, и ты хочешь узнать об этом поподробнее, то проходи на ссылочке внизу. Там мы с моим другом расскажем тебе о том, что здесь будет происходить, о концепции этого места и о всем интересном. Ну, я пойду наконец-то снимать гитарный обзор, поэтому ну как тут по-другому-то? О, красота, красота, красота.